Сегодня маленько поспокойнее, но все равно еще немножко волнуется. Да вроде нормально уже. Наверное, можно купаться. Водичка прозрачная. Все видно. Так, пора поплавать. Волны имеются. Сейчас посмотрим еще с той стороны. Да, не очень, не очень. Тента у меня сейчас нету, пока я его не поставил. В общем, ищу тень теперь, где работать. Нашел. Вот этот забор очень классную тень создает. Хорошая. Так, а кто это у нас тут такой большой на дорожке, а? Что у нас тут за животное такое, а? Ну-ка, ёжик, ты чё, боишься, что ли? Ёжик. Так, а кто это у нас здесь гуляет, а? Опять. Ты уж на территорию пришел, а? Привет. О, смотри, кто у нас. Ёжик. Лягушка, убегай. У тебя кошка съест. Ёжик просто ненасытный какой-то. Пришел ко мне. Вот он. Ну чего тебе надо? Что ты хочешь? Вот мотоцикл стоит. Вот ёжик. Бегает здесь, бегает по лагерю. Ну чё такое? Чего, чего, не бойся. Дам ему хлебушка. Главное, что... Вот он. Ёж, на хлеб. Ёж. Ёжик. На. Ну ладно, посмотрим, утащит он хлеб или нет. Сейчас он что-то испугался, похоже. Не бойся ты. Я ж тебя накормил. Какие-то морские лягушки здесь ползают. Вот. И это жаба, я даже не знаю, какая-то
такая прямо интересная.